начинаешь в ближний бой, когда ты идешь в ближний бой, все, ты связан уже, ты его не ударишь никак. В этом году заслуженный тренер России Александр Суликов отмечает не только 45-летний юбилей, но и 25 лет тренерской деятельности. За эти годы он не просто создал городской клуб кикбоксинга «Темп», но и сделал его одним из ведущих в регионе. 12 воспитанников Сулькова боксировали в финалах чемпионата и первенства мира по кикбоксингу. Сам наставник говорит, что не намерен останавливаться на дюжине. Я думаю, все еще впереди. Тренерский возраст позволяет, всего 45. Тренинг только 25. Я думаю, да, с учетом... До 65 еще 20 лет, и я думаю, не только 13-го, еще и 15-го и 17-го воспитаем. Но главное достижение клуба «Темп», по мнению Сулькова, это не столько суперчемпионы, сколько тысячи простых мальчишек и девчонок, которые почти за четверть века прошли через этот спортивный зал. Они не стали большими спортсменами, но были оторваны от улицы и получили нормальное физическое воспитание. И все-таки гордость «Темпа» и тренера Сулькова – три чемпиона мира. Среди них Радик Салахидинов. Он победил в 2003-м, а теперь, 15 лет спустя, почетный гость предновогоднего турнира. Это традиции в «Темпе», кстати, 23 года. Себя вспоминаю, друзей. Как сами начинали, делали первые шаги, потому что именно с таких соревнований начинается большая карьера, так скажем, будущее спортсмена. Около сотни юных кикбоксеров вышли на ринг «Темпа» в рамках предновогоднего турнира. Все они – воспитанники клуба. Для большинства это первые соревнования в жизни, поэтому и стараются проявить все свои лучшие качества. Отсутствие мастерства при этом компенсируется запредельной самоотдачей. От нашего зала в состав сборной команды России вошло 3 человека, и поэтому мы хотели... чтобы малыши замотивировались, чтобы они посмотрели на этих ребят, как они боксируют, как они тренируются, и показали, конечно, себя и выиграли прекрасные кубки, и чтобы их Новый год был счастливым. Больше десятка комплектов наград разыграли участники предновогоднего турнира в клубе «Темп». Поединки затянулись до самого вечера, и только самые выносливые дошли до вершины. Среди них Андрей Шипунов и Роберт Ибрагимов, а также Мария Климова и Диана Хусаинова. Именно на них тренеры клуба возлагают в будущем большие надежды. Михаил Сашанский, новости «Ульяновской правды». We'll be right back.